Телекомпания «ВИД» представляет. Нужно, чтобы разбились мечты твоих соперников. Но не забывайте, что это только игра. Мы начинаем сегодня с нами здесь эстрадный оркестр под управлением Александра Евмененко. А вот и наши главные героини сегодняшней программы. Добрый день, прошу вас занимать ваши игровые места. Через несколько мгновений мы будем знакомить вас с нашей телеаудиторией. Добрый день, уважаемые участницы. Пусть улыбка не покидает ваши лица в течение всего шоу. Радуйтесь, танцуйте, зарабатывайте деньги, грабьте нас, в конце концов. Пускай мы снимем с себя последнюю рубаху. Но это все к вящему удовольствию вашему и, естественно, удовольствию телезрителей. Знакомьтесь, участница под номером один, Елизавета Устинова. Домохозяйка друзьям не представляет труда выбрать для нее подарок. Они знают, что Лиза увлекается фотосъемкой и коллекционирует сынишкой Сереженькой плюшевых мишек. Обожает угощать друзей фирменной солянкой и курицей на бутылке. Участница под номером два, Светлана Неверова. Работает продавцом-консультантом. У нее всегда отличное настроение. Ее дом полная чаша. А все потому, что она никогда не теряет бодрости духа, любит музыку и собирает анекдоты. И третья участница нашей программы – Валентина Сидоренко. Работает кассиром крупного универсама. Самым знаменательным событием в своей жизни считает покупку фортепиано, потому что не представляет своей жизни без музыкальных импровизаций и песенных экспромтов. Уж чего-чего, а экспромтов и импровизаций на нашей площадке бывает достаточно много. Елизавета, вы участница под номером один. Выбирайте. Части тела танцуют все цветные ноты песни Игоря Николаева. Я выберу, наверное, песни Сережи Николаева. Игоря Николаева. Песни, которую написал не только композитор, но и поэт Игорь Николаев. Да. Помните об этом, потому что музыку к его песням могли написать другие композиторы. Нотка, в которой бы вы Нота хотели сыграть. Нота под номером 4 будет. Нота под номером 4 будет. Будет 1000 рублей там, между прочим. Слушаем музыку. Светлана. И это все твои слова, я их не забуду никогда. Я им не поверил, Е2. А защита на верный ответ. Ну это на самом деле, дай-то так. Левой рукой правое ухо. Давайте впредь, Светлана, будем поаккуратнее, прошу. Песня Игоря Николаева. Песня Игоря Николаева. Давайте следующую нотку только назовите. Первую. Три. Первую? Три, три. Третью, пожалуйста. Да, Елизавета. Нет, а не надо поднимать руку, потому что вы уже нажали кнопку. Это был жест поднять руки, да. Я поздравляю. Поздравляю, да, да, и счастья тебе желаю. Поздравляю, так называется эта песня. Елизавета, прошу. Песня Игоря Николаева, пускай будет нотка номер один. Поехали. Валентина. Старая мельница. Старая мельница крутится, вертится, отлично. Три мелодии прозвучали, и у каждой из участниц на табло зажглись победные очки. Отметим этот факт аплодисментами. Валентина, выбирайте. Николай Боис. Николаев, нота номер два. Слушаем. Да. Две звезды. Две звезды, две светлых повести. Музыку написал Владимир Кузьмин, а слова Игорь Николаев. Засчитано. Валентина. Вы становитесь лидером, ваши соперницы отстают, выбирайте любую другую категорию. Цветные ноты. Цветные ноты? Да. Пожалуйста. Нота итак, все оттенки, не просто цвета, а оттенки тонов в этой категории. Нота номер один. Елизавета. Тебя я поздравляю, что ты в этом стиле. Это грустная песня. Сейчас, сейчас. Это грустная песня. Дай маячок, грустная песня. Ту-ту-ру-ту-ру-ту. Что-что? Уходит навсегда. Полночная звезда? Кондуктор. Она горит. Полночная звезда. Кондуктор. Не спешит. Кондуктор понимает, что девушку и я. Да, 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 защита. Но тоже с помарками, Елизавета.
Поскольку у Светланы я принял вариант, такой шероховатый ответ у вас тоже принимаю. Впредь, пожалуйста, поаккуратнее, прошу убирать. Танцуют все, нота номер три. Танцуют все, это песни о танцах, либо песни, которые очень часто звучали на танцплощадках. Слушаем музыку. Вот не надо было танцевать, Елизавета. Надо было нажимать на кнопку, как Светлана, да? Цыганочка. Цыганочка, засчитана! Уважаемые участницы, на это время первого тура подошло к концу. Каждый из вас попробовал свои силы и очень успешно, смею вас уверить, во втором туре вы дадите огня. Мы еще дадим всем прикурить. И, как я уже говорил чуть ранее, заберем все деньги у этой программы. Это обязательно произойдет во втором туре через несколько мгновений. Прошу взойдите на подиум. Хорошая игра. Ведущему тоже иногда нужно несколько секунд, чтобы отдышаться. И потом я вновь расцвету и приглашу наших участниц на площадку. Второй тур нашей программы вступает в свои права. Где же Елизавета, Светлана, Валентина? Вот они. Настроение у них отличное. Решимость написана на лице. Они занимают свои игровые места. Все замечательно, все прекрасно. Каждая из вас не уступает своим соперницам по музыкальному образованию, по темпераментности и, конечно же, по готовности стать победительницей. У нас два лидера по итогам первого тура. Это Елизавета и Валентина. Но, Елизавета, вы выбирали в туре первом первую мелодию. Тогда я право выбора первой мелодии во втором туре отдаю вам, Валентина, прошу. Девочка с плеером, застолье, хиты 20 века, капитан Немо. Хиты 20 века. Хиты 20 века. Поехали. 1500 стартовые. Светлана. Любовь, похожая на сон. Засчитана. Светлана, выбирайте. Продолжим. Остаемся в этой категории, тем более, если везет, зачем менять коней на переправе. Дальше. Елизавета. Та-та, за синим побережьем в лучах притаился. Овсиенко, Татьяна Овсиенко. Ну? Будете поправляться? Не будете поправляться. О том, о ком не стоило бы плакать, того, кого не стоило бы ждать. Это Леонид Агутин. Две мелодии, к сожалению, вне игры. Аплодисменты. Но не надо было торопиться, Лиза. Надо было сделать вид, что вы плаваете, что вот она, вот-вот-вот-вот. Я помню. И тут бы ведущий начал подсказывать. И вы бы догадались. Валентин, выбирайте. И ты 20 века. Слушаем музыку. Светлана. Падают листья. Ну и что ж, зато прозрачней свет. Есть защита на вторая мелодия. Продолжим. Еще одна, вернее, простите, Елизавета, еще одна мелодия штрафная впереди. Да, слушаю. Продолжим. Хиты 20 века. Следующая. Валентина. В этот вечер кто-то ждет тебя. Не ходи к нему навстречу, не ходи. Гранитный у него камушек. Гранитный камушек в груди. Защита. У нас радостное событие. Елизавета возвращается из мест не столь отдаленных. Под аплодисменты, конечно, она возвращается. Мы ее приветствуем. Валентина, выбирайте. Застолье. Застолье. Ну что, категория понятная. Жмите вполне на кнопку. Вперед. Светлана. А он мне нравится? А он мне нравится, нравится, нравится. Да, засчитана. Девочка с плеером. Девочка с плеером. Песни Земфиры. В этой категории слушаем музыку. Светлана. Лондон. Чего? Чего? Лондон? Ну да, там про Париж. Нет. Мне приснилось небо Лондона. Небо Лондона, да. К сожалению, вы ошиблись. Песня называется «Аривидерчи». Помните? «Корабли в моей гавани». Не взлетим, так поплаваем. Перепутали песни, две мелодии. Вне игры. Валентина. Вот Елизавета испытала это чудовищное, страшное чувство. Светлана сейчас испытывает. Не советую вам этого делать. Кстати, Елизавета, выбирайте, прошу. Девочка с плеером. Девочка с плеером. Следующая, слушаем. По-моему, достаточно реалистично показал старт с Байконура. А что с Байконура у нас взлетает в небо? Мелодия называлась «Ракеты». Ракеты.
Ну никто не угадал, я же изображал. Надо было нажать на кнопку и искать ракету. Валентина, выбирайте. Застолье. Застолье. Слушаем музыку. Валентина. Каким ты был? Каким ты был, таким ты остался. Да, совершенно верно. На цветами зажигается свет, она в игре. Но второй тур на этом бац и лопнул. Слишком долго звучали ракеты. Время второго тура подошло к концу. Ах, Елизавета, Елизавета, ошибочка-то была фатальная. Но главное, хорошее настроение, главное, что улыбка у вас на лице, и она не планирует сходить с лица, я имею в виду улыбку. Аплодисменты нашей замечательной участнице. Елизавета, спасибо вам огромное. Очень приятно с вами играть. Светлана, Валентина, увидимся в третьем туре. Прошу садить на подиум, уважаемые участницы. Итак, битвы продолжаются, накал страстей продолжает возрастать. А что будет дальше, поживем, услышим. Уважаемые дамы и господа, с огромным удовольствием приглашаю вас в третий тур нашего шоу. Смею вас уверить, вы не пожалеете о потраченных минутах, которые проведете в наблюдении за нашими участницами. Добро пожаловать в полуфинал. Вы уже практически не обращаете внимания на ведущего, потому что ваши мысли сконцентрированы на одном – победить во что бы то ни стало, любой ценой. Вот аплодисменты, конечно, всех зрителей. Хорошее, правильное направление вы выбрали. Лидером по итогам первых двух туров является Светлана. Светлана, вы начинаете торги после моей подсказки. Песня о последствиях беспечного стрекотания. Прошу вас. Я угадаю эту мелодию с пяти нот. Угадаю. Угадывай. Итак, пять нот песни о последствиях беспечного стрекотания. Кузнечик. В траве сидел кузнечик, да-да-да-да. Ну вот пришла лягушка, прожорливая брюшка. И съела кузнеца. Счет становится 1-0 в пользу Светланы. Подсказка номер два. Песня о прерогативе геологов. Светлана, начинайте. Я отгадаю эту мелодию с 7 нот. Попробую с 6. Отгадывай. Угадывай 6 нот песни о прерогативе геологов. Главное, ребята. Главное, ребята, сердце не стареть, совершенно верно. Песню, что задумали до конца, допеть. А ты, улетающий даль, самолет и так далее и тому подобное. Подсказка номер три, еще стало 1-1. Песня о бесперспективном ожидании перемены статистических данных. Прошу. Светлана, попробуй угадать мелодию с 6 нот. Я попробую с 5. Попробуй. Попробуй. 5 нот песни о бесперспективном ожидании перемены статистических данных. Глубоко вдохнул, выдохнул, потянул время и призываю вас к ответу. Раз, два, три. Стоят девчонки, стоят в сторонке платочки в руках ребят. Потому что на 10 девчонок по статистике 9 ребят. Сейчас становится 2-1. Подсказка номер 4. Песня «Во славу морского обитателя». Валентина, прошу. Светлана, попробуй угадать мелодию с 5 нот. Отгадывай. Угадывай. Песня «Во славу морского обитателя» 5 нот. Версии навскидку любую. Раз, два, три. Эй, моряк, ты слишком долго плавал. Я тебя успела позабыть. Мне морской пришел по вкусу дьявол. Его хочу любить. Сейчас становится 2-2. Итак, внимание, решающая пятая подсказка. А вместе с ней мы узнаем судьбу нашей путевки в финал. Песня о желании повторять нотную гамму. Светлана, прошу. Я отгадаю эту мелодию с 5 нот. Попробую с 4. Отгадывай. Угадывай. Песня о желании повторять нотную гамму. 4 ноты. Ля-ля фа эти ноты. Ля-ля фа эти ноты, да. Совершенно верно. Защита на счет становится 3-2 в пользу Валентины. Светлана. Принимайте поздравления, несмотря на проигрыш, потому что играли красиво и ярко. Аплодисменты нашей участнице. Светлана, спасибо огромное. Было очень интересно с вами играть. Всего доброго. Валентина, увидимся в финале. Прошу взойти на подиум, уважаемые участники. По лицу Валентины я вижу, что она до сих пор не верит, что она стала победительницей нашего шоу. А это именно так. Да, она стала победительницей.
купила фортепиано, потому что во многом благодаря этому музыкальному инструменту она стала победительницей нашего сегодняшнего шоу. Придя домой, Валентина, после сегодняшней игры, обязательно скажите фортепиано. Спасибо тебе большое. Обязательно. Ты мне очень помог, мой деревянный дружок со струнами. Готовы? Да. К игре. Но прежде чем мы начнем играть, я хочу напомнить, что у вас 16 165 рублей. Эти деньги вы уже не можете проиграть, но можете выиграть больше. Еще 10 тысяч, если суперигра вам покорится. А в этом я практически не сомневаюсь. Как не сомневаются и зрители в студии, которые желают вам победы и успеха в нашем шоу. Валентина Сидоренко, наша победительница. Готовы? Да. Тогда вперед. Не валяй дурака, Америка. Не валяй дурака, Америка. Да, первая мелодия угадана. Дальше. Боль незваная, где ж ты, любовь долгожданная. Широка река. Широка река, совершенно верно. Да, да, да. Дальше. А начинается с того, что он берет рюмочку и говорит... Не пропустим пока. Я поднимаю свой бокал. Я поднимаю свой бокал! За твое здоровье! Да, чтобы выпить за твое здоровье. Филипп Киркоров. Дальше. Птица, летите, летите. Полно, летите, летите. Да, 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 да. Расскажите, птицы. Засчитано. 4 мелодии вы угадали за 19 секунд. В запасе 11 секунд. И 3 мелодии. Вперед. Я сегодня как железо. Не перебивай меня, не перебивай. Есть. Правильно. 8 секунд. 2 мелодии. Дальше. Хочешь, я в глаза взгляну, да, твои глаза? Да, кто тебе сказал, кто придумал, что тебя я не люблю? Засчитано. 5 секунд. Не думайте о времени, потому что, когда нужно будет нажать на кнопку, я вам закричу с истошным голосом. Кнопка! 5 секунд, мелодия номер 7. Кнопка. Поздно. Поздно, она выигрывает суперигру. Да, 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 да. Валентина Сидоренко легко и непринужденно разгадала все наши, казалось бы, сложные музыкальные задания. Счастлива, Валентина, я вижу. Очень, да, она просто в великолепном расположении, в великолепном настроении. Конечно же, благодарит старый, но добрый фортепиано. Да. Чуть не сказал рояль. Но рояль, это, я думаю, следующая ваша покупка. Впереди, впереди, обязательно. Рояль впереди. Друзья мои, и напоследок красивый жест от нашего шоу. Наталья Подольская. Поздно. Кстати, никогда не поздно стать зрителем либо участником нашей программы. Подумайте над этим. Счастливо. Пока. Можно будет прошла печаль и утихла боль.